Всем привет! Принесли вот такой телевизор Panasonic модель TX-LR32EM5A. Значит, телевизор ведет себя так. Это мы включим. Все. Индикатор рабочего режима загорелся. И смотрим на экран. Один раз зажегся, погас. Второй раз зажегся, погас. И третий раз зажегся, погас. И все, индикатор начинает мигать красным светом. Посмотрим, что внутри. Так телевизор выглядит изнутри. Блок питания. Вот почти конденсаторов тут минимум. Два конденсатора на выходе. Сетевая банка. Кнопки управления находятся прямо на блоке питания. Веб-драйвер такой используется во многих телевизорах. Ну, материнская плата. Сейчас я хочу подключить. У меня есть там, например, телевизор. Донор с разбитым матрицем, похожим веб-драйвером. Вот это я просто подключу и проверю. Что я решил проверить? Значит, я вот взял такой вот телевизор, у меня разбитый LG 32. Сейчас мы включим, посмотрим. Ну вот все, экран загорелся и горит постоянно. Ничего не моргает. Естественно, тут подсветка неисправная. Я вот подключил. Блок питания подключил к этому веб-драйверу. Подсветка горит, видно в дырочке. Значит, естественно, это Panasonic придется выбирать и смотреть подсветку. Затем во второй части видео. Всем пока.